Гарик, сколько лет, сколько сил? Да как они прощались? Всем привет. Скажи самое безумное, что было в твоей жизни. У меня каждый день одно сплошное безумие. Гарик, ты у нас первый, потому что все хотят, чтобы ты всегда был первый. Ты открываешь сегодняшний концерт. Для меня что первый, что последний. Самое главное, чтобы зажечь, чтобы народ был доволен. Привет! Да, привет! А, сразу первый вопрос тебе такой. Ты любишь шоколад? Нет! Ты любишь безумие? Да. Что для тебя безумие? Безумие – это, например, для меня прыгать из парашюта или дайвинг. Это для меня это безумие, потому что я боюсь. Супер, классно. Какой у тебя любимый цвет? Белый. Отлично, спасибо. Здравствуйте, как настроение? Шикардосное. А ты же видишь? Да, мы все танцуем. Кстати, это единственный дуэт сегодня. Так что я вам пожелаю удачи. Какое самое классное у вас было безумие на сцене? Сцена — это вообще безумие само по себе. Поэтому тут самого классного никогда не скажешь. Оно всегда самое новое. И каждый раз ты не знаешь, чем это закончится. Самое классное безумие будет сегодня. Алексей, привет! Как дела у тебя? Отлично! Когда ты первый раз пошел на дискотеку? Ну, я думаю, что у меня лет, наверное, 9 было. Взорвем танцпол! Отлично, взорвем, друзья! Мы тебя так долго ждали. Ах, ну всегда надо подождать настоящую звезду, я надеюсь, такое есть. Самая безумная история на сцене. Да у меня все безумные. Я в шоке всегда, постоянно. Но лезут ко мне девочки, лезут ко мне мальчики. Я всегда в восторге. Как говорится, ни пуха, ни пера. Удачи всем, друзья, к черту. Привет, Оксана. Первый вопрос. Самая безумная история на сцене. Сломался каблук. А как у тебя настроение? Очень хочется спать. Надеюсь, я сейчас на сцене проснусь. Да. Публика у нас разогретая. Она тебя просто примет. Они все, кстати, тебя ждут. Я спрашивал, они говорят, ждут Оксану, группу «Краски». Я тебе желаю удачи взорвать на сцене. Это было вообще просто бомбически классно. Как у тебя это получается? А как у тебя получается спрашивать у нас интервью, например, на так же? У меня просто есть движок внутри. У нас их 10, потому что иногда один из них может перегореть. Да, слушай, а как у тебя настроение? Тебе понравилось? Ну, конечно, народу дофига, все песни знают. Почему бы у меня должно быть тогда плохое настроение? Сегодня суббота, можно бы пойти в зал и дальше отдыхать, поэтому...